Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Daewoo Lexus. О, чётенько. О, ребятки, а за бортом сегодня уже прохладно. Игры закончились. 15 градусов. Вот тебе и пожалуйста. Так, ребятки. Всем, конечно, желаю добрейшего утречка. Но у нас утречко началось не с кофе, как говорится, а с прилетов. Поэтому маємо, шо маємо. Гепало так, что мама не горюй. Но мы сейчас по традиции нашего канала побыстречку замутим яичничку. На улице очень холодно, прохладно, надо уже в курточке. Буду я уборку ту грандиозную, которую я затеял, доводить до ума, ребят. Буду убирать. Убирать очень много всего. Надеюсь, я сегодня справлюсь с этим срачом. Берем 3 помидорчика, режем и на сковородочку. Welcome to the party. Берем 3 яичка наши, ребят. Приправку такую чудесную из Запорожья. Притрушиваем. О, и переколомпоцываем. Что, яйца влил, ребят. Вообще красота получилась. Помидорчики перевернул. И ждем готовности. И львицы уже, наверное, на поготове, на низком старте. Хотят стартануть и отнять у нас перекус таксисточек. Но я думаю, вряд ли у них это получится, потому что Зевс на страже. Шарик тоже уже в поджиданиях яичницы. Ух ты, зево-зево. Тоже на страже. С утреца пораньше. Так, ребятушки, яичничка готова. Перекус таксисточек. Завтрак олигарха. Посмотрите, какая красота. Так и шо. Шарик уже у моих ног, крутится рядовая. Ну что, дорогие мои, телефона, компьютера, планшета и телевизора зрители, всем привет. Буду сейчас есть яичничку. Честно говоря, голова кругом идет, я не знаю, как все успевать, вот это убирать, еще в гараже там доделывать. Ну, трешачок, ребят, трешачок. Я вот с Ютубом поковырялся уже 10:30. Пока прилеты, пока то все. Жесть. Ну давайте, дегустейшн. Еще думал в зал пойти. Начать заниматься опять. Ну тут фитнес свой такой, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сейчас. На чердак с чердака. Будет капитальный фитнес. Ну что, ребят, яичничка отменная. Просто пушечка. Кофеечек еще забодяжил. За ваше здоровье. И всем приятного аппетита, кто кушает. Давайте покушаем и ударно потрудимся. Как сладенько спится на Сашиной футболочке, да, бать? Моя ты девочка. Так, ребята, давайте покормим наших рыбок. Подготовил я уже корм. Сухой даю. Тетрочку. Хлопушки и таблеточки. Все, будет достаточно. Да, нам это сухого добавить. Порядок. Все кушают, видите. Вообще красота. Сейчас попугайчиков еще покормим. Манюнька, ты продолжаешь спадки еще? Надувается девочка. Да. Так, сейчас подготавливаем кормушечку, открываем. Берем кормик. От души полную миску. Чик. Готово. Приятного аппетита, братва. Сейчас будем кормить наших малечков. Фильтр отключил тут, где побольше банда их, чтобы корм не засасывал. И сейчас покормим. Так, тут чуть-чуть даем. И сюда основную массу корма. И трошки тут хлопчику нашему. Порядок. Такая наша детвора тут. Черепаха пускает пузыри тут. Как вот у детвора мыльные пузыри, так и она. Пенная вечеринка тут. Так, таблетосики. Сюда, сюда,
Ты сюда один кину. Добавка вкусняшка. Смена рациона. Сейчас буду кормить наших черепаховичей. Оп. Кормика. Все, порядок. Приятного аппетиту. Не спим, не спим. Случай, когда ты полтора года прожила в Полтаве, и тебя опять привезли в Харьков, и ночью были прилеты. Как вы, говорит, уже мне достали эти прилеты. Легла перекимарить. Отдохнуть, котейка. Ну что, ребятки, сейчас мы тут с Зевсом, да, Зевсунь, будем наводить порядки. Включаем свет. Кучня, куча всякого барахла. Поразгребал у тебя. Такую мы видим тут обстановочку. Но надо дальше доводить до ума, а именно полностью освободить, как я вижу, это помещение. Чтобы потом что-то тут планировать, что-то тут делать. Ребятки, смотрите, какой у меня в детстве был светильник. И сколько здесь всяких разных персонажей. Вот так вот я отодвигал и кормил рыбок. Вот так вот тут закрывал обратно. И вот тут был патрон обыкновенный. Вкручивалась обычная лампочка. И я вам должен сказать, что замечательно все это работало. Видите, тут даже зелень присутствует. Очень хорошо все это работало. И водоросли тогда, с них шел кислород. Такие бульбашки шуровали. Представляете? Ну, такие дела. Выгребаю потихонечку. Кто помнит такую штуку? Крепилась она на стол. И вот так вот, вот зажималась здесь. Вот. И здесь прокручивалась. Напишите, для чего это приспособление нужно было. Я помню, в 90-х, начало 2000-х, я прям по детству очень много за этой штукой прокрутил. Напишите в комментах, у кого-то такая была. И что здесь, подскажу вам, равнялось на этой приспособе. Кобой 2. Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Лихие 90-е напомнили о себе. Смотрите, просто кусок резины. Вот такой вот. И дрючок. Прибито гвоздиками. Работает данный девайс. Вот летит муха. Летит и летит она. Вы ее только вот так размахиваете, столько. Ляп! И все. Если этой стороной не получилось, а хотя здесь гляньте, сколько уже можно звездочек набивать, то. Так, второй раз, или насечек, что там надо делать. Вот это мухобой, самый мощный. Ребятушки мои хорошие, распаковка. Смотрите, какой я клад нашел. Раз, раз, раз. Оба-на. Вот это не знаю, зачем оно мне нужно. Сначала думал, думал, а теперь придумал. Я вот это возьму, это все дело, сделаю песочницу возле двора. И буду сидеть играться, пасочки лепить. А знаете зачем? Чтобы лишних вопросов не было, почему вы за газ не платите. Так посмотрят, тут сидит, ковыряется, хайнет. И пойдет, да? Вот это же лежало. Зачем-то оно хранилось. А у вас есть такое барахлишко? Вроде бы и жалко выкинуть, и не знаете, зачем оно нужно. Тут наверняка еще есть вот эти ведра под рама-рама, помните? Ну, давайте посмотрим, что тут. Кофе вот такое. О, кофе. Горчички, корт, какие-то стаканчики. Не, ну оно, знаете, вот иной раз надо что-то наколотить. И вот реально без прикола пригодится. Ну, короче, кому надо, приезжайте, в полцены там. Кто-то шукает сейчас этот стаканчик, думает, где бы его найти. Вот такой именно размер, представляете? Это есть же человек во вселенной, по-любому. А тут на свалку пойдет, жалко такие вещи. Гляньте, какую нашел глечик, натурельшин вообще. Оригинал. Украинский, ля. Ты шо, ты шо? Борща наварим с вами, да, в духовочке? Велина уже празднует новоселье. Я уже практически все убрал, ребят. Там внизу только осталось. Ну, немножко подзасрал сам двор, конечно. Но я надеюсь, что пойдет дождик. И все вот это размоет. И не надо будет на свалку вызывать камазяку. Да, Зевс? Камазяку. На самом деле он чайник нормальный там нашел. То все. Там светильники он хороший. Лет по 150 каждому. Масленочка. Так, ребятки. Вот такое помещение я освободил.
Видите, вообще порядочек тут. Стеллажи эти, думаю, тоже, наверное, убирать. Напишите в комментариях, надо или нет. Вот, перенесу, скорее всего, на эту сторону. Один вот этот большой стеллаж. Где-то вот так, наверное, по высоте оставлю. Вот. Может быть, а может и нет. В общем, здесь хочу, чтобы вообще такая свободная территория осталась, чтобы можно было столик поставить. Может даже постримить здесь. А здесь какой-то стеллажик, какие-то тиски поставить, чтобы можно было постучать молотком и так далее и тому подобное. В этом углу. Вон, смотрите, ребят, чтобы вы понимали, насколько у нас такая семья правильная, что вот эта сумка висит, я уже не знаю сколько лет. Это как-то дедушкин друг забыл ее здесь, представляете? И вот так вот она и висит. Я не знаю, друг этот в живых или нет, но турбочка до сих пор телепается у нас. Ну что, ребятки, сегодня повыгребал прямо цельную кучу всякого барахлишка. Напомнило оно о тех временах, о 90-х, о началах 2000-х. Сколько там всяких прикольчиков, те старые баночки, там всякие бутылки, всякие там, я не знаю, прибамбасы. В общем, то там в основном хранилось то, что может понадобиться. Там какая-то посуда, что-то еще там, какое-то ведро, чуть-чуть шпаклевки, чуть-чуть там цемента. И вот так по чуть-чуть там дрючок какой-то. Целая куча всего. И вытащил я, поубирал. Ну, напишите в комментариях, как вам вообще пространство то, которое получилось. Что-то с этого выйдет или нет. Что бы вы туда поставили, что бы вы там сделали. Как работает ваша фантазия, как вы себе это вообще представляете. Если бы бабок не было, если бы были бабки, как бы вы сделали. Как бы вы поступили вообще в целом. Там, может, по-другому как-то построили гараж вообще. Или это пространство задействовали. Как бы вы вот, что вы делали. Интересно ваше мнение. Я считаю, что в принципе пространство получилось довольно неплохое. Будем что-то делать, будем что-то экспериментировать в плане слепить, как говорится, и сделать конфетку с того, что есть. Вот такие дела, ребят. Нам надо как минимум задействовать кошки в денег и как максимум получить результат. Будем стараться. Держимся, ребят. Конечно, бывают и прилеты. Но надо держаться. Держитесь, ребятки. Всех обнял. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.